Городская суета. Сейчас мы находимся на улице Красноткатской возле ТРЦ проспект. Раньше на этом месте был стадион ДШК, Дарвинского широкопредельного комбината. Мы начинаем новый сезон Киевской амплитуды. Посвященный чему? А чего? Весне! Мы идем ДВРЗ. Мы решили наконец посетить ДВРЗ. Причем... Тем более я там... Не помню. Не, я где-то был рядом там когда-то. Но на самом-то деле я там на самом ДВРЗ-то и не был. Так что для меня это будет очень интересно. На ДВРЗ мы туда идем пешком, чтобы показывать разные интересности. А назад мы проедем на трамвае, потому что трамвай скоро снимают 17 числа. Путь наш не близок и лежит через остатки левобережной промзоны. Сейчас мы сворачиваем в ту сторону вдоль улицы Красноткатской. Это... сквер. И следуя по этому скверу, мы выйдем к ДК Химволокна. Зрители грядущего видят, как по левому берегу еще ездит трамвай. Это воззвание к зрителям грядущих веков, которые будут изучать Киев по нашим видео. Да, и которые будут помещаться в порталах. Да. Как там? Ну, наступят времена, наверное, что не нужны будут ни транспорт городской, ни автомобили, ни самолеты с поездами, ни кораблями. Все будут через порталы перемещаться. Или наоборот, будет кризис топлива, и все перейдут на рикш. Тоже будет вариант. Полон мир рикш. Вообще, что я скажу, я в этом плане настроен достаточно пессимистично. Считаю, что вся нынешняя цивилизация имеет все шансы рухнуть. И может быть даже не исключено, что люди, которые посмотрят наши фильмы, будут потом пересказывать это все, это сначала детям, внукам, потому что дойдет до того, что даже фильмы будет не на чем смотреть. Я такой пессимист. И музыку не на чем будет слушать, все будут играть так, значит, там, как народный петь сначала будет там на инструментах акустических, там, по ведрам стучать вместо барабана, в общем... Ну или вот как ты предложил, в бутылку из-под фанты напихать фасоли или гороха банку. И трясти ее. Банку. На самом деле это, как сказать, достаточно известный способ. На улице Магнитогорской начинается промзона. И вот мы сейчас идем вдоль забора предприятия «Химволокно». Сейчас мы вам покажем его ДК. Ну, он уже не используется по назначению, как дворец культуры, но... Само капитальное здание еще стоит. Вот это здание, в нем уже разные офисы, фирмочки, полиграфия,
теплоэффективные блоки, двери, матрасы, клей. Сейчас мы покажем фасад этого замечательного здания. Сделаем длинный кадр. И, ну, знаешь, так вот, поворачиваем сейчас. Итак, дом культуры предприятия «Химволокно». Вот видишь, какой он красивый. Да, единственное, что ему как раз бы косметический ремонт не помешал, но кто сейчас? Сейчас я стану чуть дальше. Вот, отсюда сниму. А сейчас мы подойдем к памятнику. Вот, идем туда. А дальше мы пойдем по улице Магнитогорской к улице Вискозной. Вот этот скверик, видишь, тут обваленные решетки, ограждения. Такой, ну, уютный скверик около ДК «Химволокно». Продолжаем наше шествие промзоной левобережной Киевской. За мной видны трубы Дарницкой ТЭЦ. Сейчас мы такую панорамку покажем этих труб. За Дарницкой ТЭЦ некогда находилось Большое Дарницкое озеро. А сейчас там тоже безликая промзона. Так, сейчас мы сворачиваем, ну, через метров 60 сворачиваем на улицу Вискозную. Вискоза — это сырье для искусственного шелка. Вот замечательный забор. Чем он замечательный? Вероятно, через такие дыры и процветало популярное в советское время явление несунов. Вот несуны, они выносили разное добро с предприятия. Хотя я подозреваю, что эта дыра, скорее всего, более позднего происхождения. Ну да, это уже современные несуны. Но вот видишь, там корпус завода такой, ох, как же его снять, он уже в руинах, в развалинах. Да. О. Я всегда подумал, что сколько сейчас таких тут вот заводов заброшенных стоит. Несунам уже нечего нести, пожалуй, кроме какого-то металлолома. Ну и камни кому надо, ну большие. Я... Ну что же, мы покидаем это достопримечательное место, этот живописный пустырь на окраине. Весна на улице Вискозной. Видны градильни Дарницкой ТЭЦ. Заборчик такой. Это тут даже соблюдался режим работы. А обед был с 12 до 12.30. То есть спешно работники поглощали какую-то пищу за полчаса. Им надо было уложиться. Ну, дело-то в том, что разве на кончились с 8 утра рабочий день был? Или с 8 где-то? Потому что, насколько я знаю, что там, где обед какой-то, с 8 утра рабочий день. То есть 9, 10, 11, 12. 4 часа. Живописный поворот на улице Вискозной. Давно заброшенная будка охранника. Зорко следил он за соблюдением порядка и чистоты. Вот тут, что интересно, соблюдается за счет старых деревьев какое-то ощущение прежнего ландшафта. Знаешь, вот эти вот тополя. Так и кажется, что вот сейчас исчезнет эта стена, этот недостроенный или полуразрушенный трубопровод. Вот от него такие остались еще дальше опоры. Мы идем дальше по
А нет, вискозная повернула. Нет, сейчас. Мы идем дальше таки по вискозной. Что-то ты побледнел как-то. Что-то в горле першит у меня. В горле першит? Угу, да. Да что-то не то оно. Не знаю, что это тут. Так вот же, а? Территория завода «Радикал». А, дудь! У меня за спиной бывший и нынешний корпуса завода «Радикал». Вот, завод «Радикал» – известное предприятие оборонной промышленности, известное своей токсичностью. Тигеры Маша и Паша резво по трубам ползут, мрачным коллектором дышат, ищут последний приют. А на поверхности светлой мирный завод «Радикал». Ртутью он мирно сочится, ртутью он все пропитал. Замечательные граффити, тигры произносят «р». Прикольное место, тут никто не ездит. Ну, сейчас на нас выйдет локомотив. Там дальше свалка. Чтобы не выбирать путь налево и направо, предлагаю идти назад и продолжить наш путь к ДВРЗ. Мы почти подошли к железнодорожным путям, и очень любопытный тут знак, дорожный знак, свидетельствующий о том, что отсюда в любое время может выскочить локомотив, но они здесь уже давно не ходят. Знаки остались. Вот сейчас мы подойдем к этому знаку поближе. Мы прощаемся с улицей Вискозной и идем на железнодорожные пути. Уже в сторону станции Лиски. А здесь видите, что это ворота, которые пропускали поезда. Да. Чувствуешь, как тут пахнет мазутом? Ага. Не провалимся ли мы? Вода. Точно такая же вода видна в люке в этом сооружении. Назовем его будкой смотрителя. Вот. Лестничка ведет в воду. Конечно, загажена, занаркомамлена. За... Как же это отглаголить-то? Занаркомалена. Опа. Что же, мы продолжаем наше шествие к ДВРЗ, Дарницкому вагоноремонтному заводу. Пахнет мазутом, очень вкусно пахнет мазутом. Вкусно пахнет мазутом. Наше шествие неспешно и преисполнено исторического значения. Справа от нас остается градильня Дарницкая ТЭЦ, хитросплетение рельс
ржавые рельсы, по ним никто давно не ездил, но вагончик с некой жидкостью, возможно, мазутом, все же стоит на запасном пути. Переключатель пути. Рычаг, дергаем рычаг, движение передается и можно сдвинуть рельсы влево или вправо, в зависимости от этого поедет либо туда, либо туда. Если ты не кашлянул, то кадр получился бы значительно лучше. Теоретически эту цистерну может сдвинуть два человека. Это я сейчас придумал. Вот целая система из трех стрелок. Мы приблизились к тому месту, где речку Дарница можно видеть в ее поверхностном русле. Вот сюда. Для всякого просто подалеку. Да, чтобы снимать про сталкеры типа. Да и так, зомбаков. Вот туда надо. И про сталкеров можно, про зомбаков. Тут кони ходят. Угу. Ходят кони на балконе. Так, вот она тут перетекает под железнодорожными путями и вытекает. Вот речка Дарница. Вот. Причем пахнет водичка вполне как это. Нормально пахнет вообще. Живой водой пахнет. Ну, не химией, а мы можем спуститься. Ну как, тут навскидку глубина, не знаю, но может быть выше пояса. По-моему, выше. Выше пояса. Хорошая глубина. Вот это речка Дарница. Мы сейчас даже посмотрим вот тот канал. Что самое любопытное, когда мы снимали серию про Дарницу, про реку, мы сюда не добирались. А сейчас вот представилась возможность. Так почему же ею не воспользоваться? Мы ненадолго отвлечемся к Дарнице, потом пойдем снова на ДВРЗ. Просто любопытно посмотреть тут вблизи. Опоры, вода. Мы тут не пройдем. Там забор, он нам преградит дорогу. Вот тут можно рассмотреть более-менее ее полноводность и глубину. Ну, такие примерно, немного не доходя до пояса. Мы попробуем пройти сейчас по тому берегу, тем более, что нам все равно в ту сторону. Ну да. Значит, там есть чем питаться. Есть чем питаться, значит, не грязная. Да. Ну вот тут уходит она в какую-то подземную трубу. Бу-бу-бу и в трубу. А эта дорожка нас ведет, собственно, к Лискам. Вот Лиски, местность Лиски. И через них мы выйдем к ДВРЗ. Ну вот, попробую. Не попробую. Там получается, что этот канал, он выходит из заборов. То есть забор с одной стороны, забор с другой стороны. А может быть и нет. Может быть, это я придумал. Но вот тут такой бурелом, что мы просто не пролезем. Вот бурелом, лэп. И далее речка Дарница, она идет оттуда, от Княжичи, от Ялынки, вот именно вдоль линии ЛЭП, в целом, можно сказать. Так, идем проходничком,
к лискам. Стремительный кровеческий шаг. Внимательный кровеческий взгляд, от которого не укрывается ни единая мелочь на местности. Мы смотрим вглубь пространства и времени. Неужели ты сейчас начнешь карабкаться по ней, следуя своей привычке? А сейчас посмотрим. Ух ты. Мост, прикольно. Вот, прикольно. Слишком высоко не полезу. Ага, тут трубы, там не пройдешь. Где-то там протекает речка Дарница. Но мы с ней уже попрощались. И наш путь через Лиски лежит в ДВРЗ. Вот мы добрались до частного сектора ДВРЗ. И приближаемся к озеру, которое называется Колдёбка. Местные жители его так называют. А почему, я не знаю. Но мы к нему заворачивать не будем, пусть оно останется эдакой тайной. Там отдыхающие, не хочется их смущать съемкой. Да. Пусть озеро хранит свою тайну. А мы заходим в частный сектор ДВРЗ. Переулочки, хатки. Едет маршрутка, такая же, как во всем Киеве, но в ней что-то такое сельское, что-то такое мирное. Продолжаем идти по улице Довбуша к центру, вернее, к главной магистрали ДВРЗ, улице Алма-Атинской. Я в ней даже купола зарал, помню. И вот мы выходим к Алма-Атинской. Вскоре. Еще не выше, но вскоре выходим. Обрати внимание, тут все-таки не как в основном Киеве, можно ходить по дороге даже, в принципе, да. Кое-где. Тут мало машин, поэтому, в принципе, можно спокойно даже не по тротуару ходить. Да. Потому что тут есть такие дома, там как раз... Там будут замечательные домики. Смотри, это туристы, по-моему, скажем... Мы туда зайдем, мы сейчас мимо школы, слева школа. Вот Алма-Атинская, по ней еще ходит трамвай. Да. Это, ну, считай, начало ДВРЗ. Вот мы к нему выходим сейчас и пойдем по нему. Пойдем как бы насквозь его пройдем все. По ходу трамвая и ответвляясь в перпендикулярные улицы. Видно уже какая-то идет трудовая деятельность. Ремонтная, видишь, уже начали, подогнали машину, уже знаки, что идут дорожные работы. Речь идет вот об этом. Вот Киев в той стороне, он связан путями трамвайными. Сейчас мы идем вдоль трамвая, видим, уже тут идут какие-то дорожно-ремонтные работы. Да. И вот начинается типичная архитектура для ДВРЗ, то, чем оно знаменито. Такие вот домики с шишечками, с разными узорчиками. Вот, и посмотри на эти чудесные шишечки. Вот видишь, колонны, там шишечки. Или ананасы. Дворики. Ну вот, это дом. И лепнина. Вот наверху. Контраст. Обычная хрущевка и...
Итак, мы видим, что обе стороны улицы застраивались неравномерно. Сначала была застроена левая сторона, да. А потом хрущевками правая сторона. Да, то есть левая сторона поставлена. Нет, за шишечками дома тоже. Это потом как-то стали все достаточно просто. Вот в глубинах, видишь, какой домик стоит в глубине. И вообще-то говоря, мы шли в ДВРЗ, чтобы снять тихий райончик. Ага. Тихий. Трамвай задавит нас, наверное. Да. Давай трамвай свернем подвесит во двор, а оттуда вырулим. Давай так обойдем. Да, не дворик надо снять. Да. Дворики, панорамки. Судя по всему, этот тут можно насквозь пройти, наверное. Давай посмотрим. Давай выйдем через этот выход. Вот идем к такому дому, к синему. Вот тут шишечки другие. Вот этот дом синий, не побоюсь этого сказать, или бирюзовый, это визитная карточка ДВРЗ. Да. Вот мы выходим к разворотному кольцу. Слева от нас остаются эти замечательные дома. Их таких несколько синих. Вот, покажем. Это кольцо, оно замечательное. Оно находится в таком лесочке. Вот так вот, водонапорная башня там. Сейчас мы тут снимемся. О. И тут рельеф немножко меняется. Тут не только ровная поверхность, но и какие-то углубления. Идем, снимем памятник. Надпись: вам, отдавшим пламень жизни ради жизни на земле. Не знаю, кто. Ну, это во время Великой Отечественной.
А за нами, за забором, вагоны, вагоны, вагоны. Так, идем к самой остановочке, подойдем там. Ага. Вот тут тоже такой скверик небольшой получается. Идем туда. Имеет смысл подойти вот к остановке самой. Да. Раньше там, где был, конечно, третий трамвай возле окружной. Так... Если бы не шум строительных работ, то тут в ДВРЗ ощущается, вот, что тут нет этого фонового шума, как в Киеве. Угу. Тут тишина. Тут естественное звуковое, естественный звуковой фон. Остановка ДВРЗ, скоро она будет временно или навсегда закрыта. Они тут на Черниговской обойдут? 23 и 33. Вот далее идет водонапорная башня. Как будто бы ракета какая-то стоит, ага, готовая к старту. За мной дом культуры ДВРЗ. Сейчас мы к нему подойдем поближе. Таким образом и раскинулся район ДВРЗ между сосен, между деревьев, между скверов и палисадников. О, я заметил кое-что интересное. Сейчас мы отклонимся от маршрута. Туда. Что же там такое? Не эта же лестница со сточенными ступенями. Некоторые гаражи здесь сделаны из вагонов, потому что ДВРЗ – это Дарнский вагоноремонтный завод. И вот один из таких чудо-гаражей. Такие есть и не один еще на окраине поселка. Но мы же выходим к Дому культуры. Зеленые весенние дворы и Дом культуры. Это Дом культуры ДВРЗ, его еще открывал маршал Буденный. После строительства. После строительства. Ну, там уже надстройка более современная, по-моему. Да. И вот скверик за ним расположен. Вот уже тут алма-атинская, капитальный ее ремонт. Давай, пожалуй, еще пройдем туда. Там ли заброшка? Сейчас посмотрим. Там старая школа и заброшка есть еще. А потом уже углубимся в квартальчик старых домов. Вот в той стороне Киев. А мы сейчас пройдем еще к старым зданиям. Вот смотри, по всей этой Алматинской соблюдается это... повременность застройки, то есть справа хрущевки, слева ближе к сталинским временам. Да. Вот есть более новые. Да. Вот номер 109В. Что, заснять? Угу. А то уже там лес пошел. Почва, да, вот уже край ДВРЗ, тоже гаражи из вагонов. Тут уже
Ну, тут и так транспорт не часто ходил, а сейчас с разрытием и того не чаще. Старые дома есть и по правую руку от нас, а также вездесущие бронзовые гаражи. Тут бы, конечно, сделать плавный проход какой-то на велике, как бы. Но... Вот видно старая школа, но у нее в тылу пристройка более современная. Посмотрим там годы, барельефы какие-то на школе есть. Сейчас мы поближе подойдем, посмотрим. Вот зачем строители вскопали асфальт и газон, я не понимаю. Ага. Расширять что ли будет? От образцово-показательного здания школы мы переходим к заброшке. Вот, одна из самых живописных заброшек в пределах Киева. А ДВРЗ это, конечно же, Киев, хотя и не очень похож на него. Я, честно говоря, чувствую себя в другом городе. Вот видишь, какой тут компьютерный клуб. Был. Нет, я думал, он работает. Да. Не уверен, сейчас многие... Интернет, вызывают. Игры, печаль, ксерокс, форту, факс. Не знаю. Закрыто явно. Сейчас она уже не работает. Сейчас уже многие компьютерные телефоны позакрывают. Вот какой чудо-дом, капитальный дом. Он будет стоять еще тысячелетия, если его не трогать. Посмотри, какие у него стены капитальные. Но в нем зачем-то вывалили перекрытия все. Вот зачем? Кому он мешал? И он в таком состоянии пребывает очень много лет. В всяком случае, когда я впервые попал в ДВРЗ, он уже был в таком состоянии. Разумеется, мы не упускаем возможности заглянуть в тыл этого дома. Может быть, где-то в этом капитальном заборе есть прореха. Какие-то ворота должны быть, желательно без заряда. Его же не могли окружить целиком. Ну вот тут бампера от автомобилей валяются. Стихийная свалка. Ну что, посмотрим, что там? Давай пройдем, интересно. Давай либо так, либо так. Тоже гаражи прячутся. Вот там есть цивильная дорожка такая. Гаражи в лесу. Где еще такое увидишь? Тут не только гаражи, но и погреба. Вот, тут торчат этих погребов вентиляционные трубы. Отходишь от улицы несколько шагов, и ты уже в лесу. Да, потому что самое прикольное, то что тут же нет вот асфальтированной дороги, такая грунтовка. У меня вообще такое впечатление, что этими гаражами никто не пользуется. Ну давай свернем сюда, посмотрим, есть ли вход в заборчик этот. Как обычно, киевская амплитуда начинает показывать свалки. Причем это не такая свалка, на которой можно обнаружить, например, какой-нибудь компьютер прошлых веков или россыпь мобильных телефонов, как у нас бывало. Но это свалка стихийная. Вот интересно, что тут растет. Чистотел, барвинка, заросли, барвинок растет. Какие-то ямы тут. Интересно, вот, наверное же, тут был палисадник или какой-то сад, приписанный к дому этому. Вот тут, наверное, фундамент чего-то был. И тут какие-то провалы. Может быть, это погреба были. А может быть, вот эти гаражи, это остались еще с тех времен, когда тут жили люди. Возможно. В этом здании. Слушай, я не вижу тут какого-то проема. Что они просто замуровали.
Можно, конечно, проползти под это дело, но не это очень. Ты мне охота пачкаться. Так, ну, проходим сюда. Итак, обойдя весь дом, мы должны признать, что в заборе прорехи не оказалось. Возникает вопрос, как сюда собираются проникать какие-то мастера-строители или... Вот, вероятно, где перелезает туда местное население за какой-то надобностью. Хотя я не думаю, что туда кто-то лазит. Там нельзя спрятать. Так, это мы выбрались уже к окраине. И вернемся назад по Алматинской, посмотрим еще кое-какие старые домики. Судя вот по всему, это посередине Алматинской какой-то коллектор проводят. Уже провели. Двигаем дальше. И вот мы все-таки вернулись куда хотели, к ДК ДВРЗ. Да, потому что мы же обещали сюда прийти, а пошли к гаражам и пошли дальше потом. Маршрутки отсюда по 6 гривен, скоро тут только маршрутки и останутся. А мы будем потихоньку возвращаться к трамваю, но зайдем еще в некоторые квартальчики. Посмотрим, что тут делать. Посмотрим, что тут происходит. Уже засыпает глубокий коллектор. Его уже засыпали песком. Потом что-то прорвет, раскапывать буду. Изуродованы зеленстроем деревья. За ДК начинается скверик, и вот там он продолжается. Это самый крупный новострой. Церковь новострой и самый крупный сквер на ДВРЗ. Сейчас мы подойдем к старенькому зданию, его надо не пропустить. Детско-спортивной школы. Продолжаем идти. Давай свернем вот в те квартальчики. Ага. А вот знаменитая больница железнодорожников на ДВРЗ. Она славится, ну, тем, что хорошая больница. А вот больница железнодорожников, славная в пределах Киева и округи. Вот как все продумано, оборудовано пандусом. Улица Волковская. Я ошибся. Это улица Волковская. Мы были только что на задворках улицы Волковской. Угу. И стоят двухэтажные дома. Они разделены палисадниками. На первых этажах веранды. А вот справа совсем другой дом. Стены, разумеется, как и везде,
испещрены рекламой наркотиков. И компьютерный маскирок. Лицам известно как фюрер. Да. Вот какие, какой замечательный палисадник. Смотри, как все цветет тут. Любопытные растения. Вот, смотри, там какое-то деревцо такое. Странное очень. В цвет дому, кстати. А, ты же не проходные, можно быть. Ну, некоторые проходные, получается, некоторые. Некоторые из этих дворов все же проходные. Там, полисадник, там, не, там где именно дворик, там пройти, где полисадник внизу. Вот дом... Или со следами ремонта, или со следами разрушения. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Ремонта. Я бы предпочел следы разрушения, они более живописны. А это следы утепления. Ага. А вот здание 1949 года. Ну, оно приведено в порядок. В общем, состояние ДВРЗ сейчас можно определить словами «развал и схождение», потому что из тихого, застывшего райончика, благодаря вот этой вот капитальной перестройке, район потерял несколько свое настроение, хотя это настроение осталось в тех местах, куда не достигает шум и куда не добрались еще строители. Мы же идем к трамвайному кольцу, мимо пункта приема вторсырья, очень такого живописного. И вот как раз трамвай. Прибывает трамвай, едет трамвайчик, на нем едет зайчик. Мы успеем в любом случае. Там еще стоит же что-то. Он сначала выпустит из себя людей, а потом наберет новых. И среди этих новых окажемся и мы. Тридцать третий трамвай. Трамвайчик, на нем едет зайчик. А рядом попугайчик. Летит, не отставая. Так. А мы сядем дальше, да? Или можно прямо тут сесть, не знаю. Ну там вот дядечка ждет какой-то там. Так что будем ждать и мы там. Да где-то так. Тут я пущу трогательную музыку. Вот мы покидаем гостеприимный райончик ДВРЗ. Вот мы прощаемся с ДВРЗ, покидаем его разворотное кольцо и едем в направлении материкового Киева.